Проблема создания приюта для бездомных и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в Севастополе, пока остается подвешенной. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель постоянной комиссии по бюджету законодательного собрания Севастополя Вячеслав Аксенов. Этот вопрос уже не один год обсуждаем. Он упирается, к сожалению, в вопросы межведомственного взаимодействия. То есть департамент социальной защиты, казалось бы, который должен в первую очередь этим заниматься, он выдвигает аргументы о том, что это не только его компетенция. И вот пока принципиального решения, кто этим должен заниматься и как должен этим заниматься, нету. Проекта тоже, насколько я знаю, нет. Поэтому, к сожалению, пока вопрос этот остается у нас подвешенным. Отсутствие в городе приюта для бездомных граждан уже не первый год волнует севастопольскую общественность, что становится особенно актуально в условиях значительного миграционного притока в город. В настоящее время питание, кров и возможности для социальной адаптации таким людям предоставляют только частные благотворительные инициативы, такие как, например, Андреевский дом милосердия и сердце Севастополя, которые в силу недостатка ресурсов не могут помочь всем, кому это необходимо.